Строительство детского сада в Кубинке на Армейской улице идет полным ходом. Рабочие в график укладываются. Контроль за столь значимым социальным объектом осуществляется регулярно хозяйственно-эксплуатационной службой администрации Одинцовского округа. Не реже 2 раз в неделю выезжают специалисты на объект, проводят необходимые замеры, составляется запись журнала технического надзора и журнала авторского надзора. Не останутся без внимания существующие дошкольные учреждения военных городков. Ремонтные работы проведут в кубинских детских садах номер 42, 50 и в 48-м, что в Новом городке. К концу лета преобразится и Акуловская амбулатория. Демонтажные работы в самом помещении уже проводятся. То есть ремонтные работы идут. Как раз, когда закончится проектное технологическое согласование, выйдем уже на проектные ремонтные работы. Примечательно, что медицинское учреждение реконструируют за счет внебюджетных средств. Еще один вопрос еженедельного совещания был посвящен социальной газификации. На сегодняшний день в муниципалитете работы в рамках президентского проекта уже провели в 71 населенном пункте. Это 42% от запланированного. Вопросов по графику проведения работ нет. Есть претензии по благоустройству. Провели мониторинг по территории, где на сегодняшний день благоустройство в полном объеме не восстановлено еще с 2021 года, где есть вопросы с 2022 года, и направили в адрес Мособлгаза перечень населенных пунктов, где это необходимо привести в соответствие. Ответ от Мособлгаза уже получен. Специалисты компании составили график восстановления территорий. Кроме того, глава муниципалитета Андрей Иванов дал поручение приглашать на приемку работ местных жителей. Евгений Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».